тебе страшный подарок на Хэллоуин. Давайте начинать. У нас здесь вот такие коробочки специальные к Хэллоуину. Мама нам будет подавать эти две коробочки. И в одной коробке будет приятный подарок на Хэллоуин, а в одной будет страшный и противный подарок. И мы по очереди будем выбирать с закрытыми глазами. Просто мы открываем, например, я открываю, щупаю, что здесь. И я должна догадаться, в каком приятный, а в каком неприятный. Кому больше попадется приятных подарков, тот выиграл. И прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Поехали. Поехали. Выбирай коробку, какую ты хочешь. Ладно, тогда теперь с закрытыми глазами ты должна попробовать отгадать, в твоей коробке приятный сюрприз или ужасный. Ой, я боюсь. Что это такое? Что это такое? Ну как ты думаешь, это приятный или неприятный? Неприятный. Ладно, закрывай коробку. И на счет раз, два, три, открывай. Раз, два, три. О, у тебя мышка антистресс. У Ани очень прикольный мышка антистресс. А у меня, мне попался новенький сюрприз, который мы еще ни разу не открывали. Это Party Pop Tins. Давайте следующий. Давайте откроем этот сюрпризик. Посмотрим, вдруг. Мне кажется, это очень похоже на хлопушки. Здесь это хлопушка. Потом я открою. Тут внутри были пакетик один и куколки вот здесь вкладыш такой. Аня, давай, на, давай. Здесь нам попался, смотрите, кексик маленький. И еще нам попалась бутылка лимонада. Смотрите, она такая милая, у нее вот здесь воротник такой, он как будто в посыпке, а вот это у нее такое радужное. Очень классная девочка. В этой хлопушке были еще вот такие наклейки, а еще мы нашли такую маленькую заколочку. Еще нашла мелкую надо было, мы, наверное, я первая это увидела, такую штучку. Давай, вот сюда, в голову. Я думаю, это страшно. Ладно, давай. Раз, два. Это ходунчик. Аня, это же сквиш в виде мягкой игрушки. Класс. Мама нам уже принесла коробочки. Счет у нас 1-1. Третий раунд. Аня, давай выбирай коробку. Какую ты хочешь? Вот эту. Все, теперь открывай коробку. Это что такое? Аня, это приятное или страшное? Приятное. Раз, два, три. А у тебя вот такие ногти. Это же большие.
я надену. Да что? Интересно, удобно этим в ухе почесать. Кстати, если вы хотите челлендж 24 часа вот с этими перчатками, напишите в комментариях, вы обязательно следите. Поехали дальше! Я выберу вот это. Аня, давай закрывай мне глаза. Что это? Я не знаю, что это. Ну, короче, мне кажется, что это приятно, а это неприятно. Так, все. Давай. Раз, два, три. А у Ани, смотрите, меняющий цвет такой, как единорога, дельфина. Это единорога, просто, а ты же большая, ты ее не любишь. Это не может быть. И это моя рука. Можно сделать пранк, смотрите, вы берете эту руку. Привет! Это что-то миленькое. Раз, два, три. Видите, какой гигантский. Поменьше, еще меньше. Я ненавижу пауков. Where that God made you. Счет 3-2. Ань, давай закрывай мне глаза. Я вот эту в коробку выбираю. Мне кажется, мне попалось что-то ужасное. Давай на счет 3 откроем. Раз, два, три. Что это такое? Поприкучек? Это, наверное, ластик такой огромный. А у меня это слайм. Вот, это вот такой слайм, туда только вот есть разные порошки, и сюда только нужно добавить воду, и все, и получается слайм. Посмотрим, какой. Ну, хорошо, в принципе. И у нас последний раунд, решающий. Аня, выбирай коробку, только не трогай. Коробки. Как ты думаешь, это приятно или неприятно? Раз, два, три. А Ваня, смотрите, а что вам понравилось больше всего? Пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И пока-пока!